Продолжаем выпуск. Форум «Время молодежи» прошел в Петропавловске. Юные, активные, креативные. Целый год они работали и учились, и также развивались. Время подводить итоги и раздавать награды. На торжестве побывала Айгерим Муканова. Молодые, активные и целеустремленные. 2019 год для казахстанской молодежи по праву можно считать знаковым. Сотни проектов, направленных на поддержку поколения Next, акции, форумы, тренинги. Возможности, которые открывались для ребят, они использовали по максимуму. Кто-то запускал собственное дело, участвовал в благотворительных проектах, продвигал волонтерское движение. Подвести итоги своей плодотворной работы молодые и активные решили творчески. Мы старались искать новые лица, креативных лиц. Хотим стереть полностью стереотипы, провести форум по-своему, так как мы видим через призму взгляда молодежи. Я хочу, чтобы, например, зритель, который сегодня будет, если дальше это уйдет, да, масса, как говорится, информация, чтобы наши люди научились гордиться. С таких людей нужно брать пример. На праздничной площадке отметили лучших в своем деле. Каждый из них внес большой вклад в общественную жизнь региона. 11 номинаций, 36 награжденных. Сергей Гайдай стал героем года. Этой весной, рискуя своей жизнью, он спас женщину с ребенком. Когда упали уже с моста, я не раздумывая побежал за ними и прыгнул. И в ходе чего я вытащил сперва на берег маму, потом уже ребенка. На тот момент я могу сказать, что я даже ничего не понял, это как было бы. Все по эмоции ушло. И как бы... В зале «Аншлаг» яркие номера подготовили организаторы для гостей вечера. Не оставили никого равнодушным выступления самых маленьких артистов. А вот изюминкой форума стали приглашенные артисты. Их песни знает, пожалуй, каждый. Поэтому им подпевал и подтанцовывал весь зал. Молодежь показывает себя во всей красе, и в этом году очень много молодежи, кто показал себя очень хорошо и за границу, и показал наш Казахстан. В общем, надо верить в себя, в мечту, и мы верим в молодежь, в общем. Форум молодежи шел больше 3 часов. Для зрителей это время пролетело незаметно. Говорят, они получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Было невероятно весело, несмотря на то, что... Гости приехали, они порадовали нас и вообще подняли зал. Концерт очень понравился, хороший концерт. Я рада, что поддерживают петропавловские молодежь таким образом. Нам концерт очень сильно понравился. Это в первый раз такой масштабный концерт проводится в городе Петропавловск. И мы благодарны всем организаторам. Айгерим Муканова, Жулдузбек Ермуканов, новости МТРК.